Верховная Рада со второй попытки утвердила бывшего губернатора Одесской области Максима Степанова на должность министра здравоохранения. Свои голоса за претендента отдали 246 народных избранников. Внутренней сессии парламента Степанова поддержали 217 депутатов, и в первый раз голосов не хватило. Напомню, экс-губернатор Одесской области в последнее время активно критиковал власть за методы борьбы с коронавирусом, а предыдущий глава Минздрава Илья Емец продержался в своей должности меньше месяца. За 246 решение принято. Я вітаю вас, колеги. В условиях карантина и ухудшающейся статистики по коронавирусу экс-губернатору региона в должности главы Минздрава, видимо, придется несладко.